Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем. Последние 4 экземпляра Томми Аткинс. Ставим близко к тележкам, потому что у нас ветер, и чтобы саженцы не упали, поэтому немножко получается на фоне цитрусовых. Но я вам покажу обязательно поближе каждый экземпляр. Томми Аткинс, то же самое. Популярный промышленный сорт, который известен не только в Европе, во многих странах. Плоды у него очень вкусные, аж прям такие фиолетово-синего цвета, мякоть сочная, текстурная, сладкая, ароматная. И, как и все перечисленные выше сорта, вкусная, а главное, плоды крупные и очень-очень сладкие. Тоже осталось всего 4 экземпляра, последние 4 экземпляра по очень вкусной цене, по 6 тысяч. Рекомендуем. И давайте посмотрим каждый из саженцев. Номер 4. Смотрим прививку. Прививка отличная, прививка хорошая. Дальше по высоте этот экземпляр примерно будет 170 сантиметров. Видите, да, что он цвел. Вот здесь вот, не знаю, как вам видно, не видно, но вот почка назревает над листочком, и здесь почки назревают. Здесь как раз будет разветвление. Еще раз говорю, что прекрасно можно делать воздушные отводки, где-нибудь брать посередине, а дальше вот, либо тут, либо вот в этой части оставлять, а здесь делать воздушную отводку. И у вас будет замечательный саженец. Итак, номер 4 цвел, будет еще цвести, и идут как раз набухание почек. Номер 3, смотрим, то же самое, очень хорошая прививка, сросшаяся, хорошая. Здесь вот смотрите, не убирала, специально для видео оставила. Он цвел, и то, что вам говорила, не завязал, не получилось у него. Отсохли цветоносы, и смотрим, здесь пойдут почки. Ну вот сейчас, наверное, еще рановато, потому что только-только он скинул. Видите, какая сердцевина красивая, зонтичная. Вот отсюда будут набухать и пойдут почечки, молодые приросты. Это номер 3 экземпляр, тоже его рекомендуем. Номер 2, то же самое, смотрим, прививка классная. Тоже, видите, цветонос сбросил, вот то, что остается после цветоноса. И вот выемка, видите, какая интересная, потому что горизонтичная. Вот уже в пазухах почечки набухают почечки, здесь тоже набухают. То есть пойдет прирост зонтиков. Он по высоте 150 сантиметров, 160. Очень хороший вариант. Вот, кстати, вот эти экземпляры очень удобные для квартиры. Рекомендуем. Растения классные, все очень классные, красивые. Номер 1. Смотрим, то же самое. Прививка хорошая, сросшаяся, живая, зеленая. И то же самое. Вот цветонос, он цвел. И вот уже, видите, в пазухах начинают появляться почечки. Да, вот они, почечки пробуждаются. Этот экземпляр высотой 170 сантиметров, ну, достаточно высокий. Показываю еще раз. Смотрите, какие классные растения. Они компактные, аккуратные. Очень вам рекомендуем. Еще раз повторяю, что для выращивания в квартире они невысокие, а это самое главное, очень удобные. Потому что вот сейчас, после того, как они все отцвели, вы видите, да, я вам показала, что у всех были цветоносы, соответственно, сейчас пойдут приросты. Ну вот, не получилось у них завязать. И опять же повторяю, это не страшно, дорогие друзья. Это говорит о том, что они будут уже цвести у вас. Но им нужно сейчас подрасти, нарастить побольше разветвлений. И, соответственно, после этого они обязательно вас порадуют. Итак, номер 1 шикарный, номер 2, 3 и 4. Вот такие классные. Осталось всего 4 штуки. Томми Аткинс, манго, который популярный, промышленный, вкусный. И еще раз показываю, посмотрите, какие у них классные, хорошие листья. То есть вот привозы в этом году меня очень порадовали, что у них очень здоровый вид.
здоровый вид, здоровый цвет, и растения выглядят шикарно. Поэтому рекомендуем, тем более цена очень-очень вкусно. 6000 рублей. Выбирайте, смотрите. Напоминаю, что у нас сейчас три вида, три сорта манго. Ну и немножечко расскажу вам про авокадо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем всегда рады. Приезжайте в гости. Всем пока!